Хюве-пяве, корешочки мои драгоценные. Ну что, мы на озере. С нами Дрюнильо. Сегодня мы будем с ночевкой здесь ночевать. Главная цель этой поездки — это расставление самоловок. Самоловок надо много поставить. Жерлицы есть, капканы на щуку. Вот. Значит, сейчас мы обедаем с Дрюней. Термос и, конечно же, сало. Ну и хлебушка немножко. Еды взял немного, потому что, ну, так получилось, в общем. Кушай, Дрюнька, приятного аппетита. Главная задача, самая главная задача, друзья, сегодняшней и завтрашней рыбалки — это хороший отдых. Хороший отдых, посмотреть, как мы с Дрюней в палатке, я вообще даже не представляю, он там, ну нет, так на улице будет ночевать. У меня есть такая штука, я купил, ну, короче, которая постилается под него, вот, и он, в общем, будет нормально. Кушай, 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 кушай. Он еще такой хитрый, хлеб не ест. Так, значит, сейчас первостепенная задача. Живец у меня есть, ну, который мертвый, да? Но это не важно. Я уже объяснял. Так что, друзья, вот так вот мы на озере. Я был на нем в конце лета. Да, в летний месяц еще был. Очень хорошо поймал. Есть. Фу! Есть видео. Вы его увидите чуть попозже. Жерлицы и самоловки буду ставить в перспективных местах, ну, где-то по 4-5 штук. То есть я, где отлавливался хорошо летом, там и буду ставить. Места перспективные, интересные, озеро, на озере почти никого не бывает, ну, ни следов, ничего. Вот, но она труднодоступная дорога, на внедорожнике сюда, и то таком подготовленном надо ехать. Ну, на боливар у меня прошел. Ну, ладно. Там ручьем это озеро соединяется с очень большим озером. В этом ручье у меня взяла щучка маленькая на капкан. А на эту щуку вся изорвала другая щука здоровая. Потом щука где-то килограмма на 3, я ее тянул, но она мне оторвала. Это все было в одну рыбалку. Она мне оторвала поводок. В общем, сломался. Так что грезил я этим озером, вот и здесь я. Ты что не доел? Не хочешь больше? Смотрите, друзья, половину съел. Вот там вот находится остров. Я когда ездил, на нем ночевал. Ну, на лодке когда здесь. С моторчиком я был маленьким, все тащил сюда. Около этого острова батя с дедом всегда ставили самоловки. Я еще помню, я здесь маленький был. Вот прям вот маленький-маленький. Мы сюда на лыжах добирались. Вот. И... батя в апреле, помню, мы сюда приехали, самоловки поставили. Попалась маленькая щука. И батя, думаю, ну, говорит, возьму, постучу. Ну, знаете, стучать, налима такая штука. Вот он взял, короче, раз-раз-раз, и у него налим такой килограмма на 3, наверное. Ну, может, чуть поменьше. Взял. Ну, есть видео тоже. Ну, короче, озеро интересное. Батя говорит, здесь у него налимы отрывали прям, ну, отрывали, в общем. Не знаю, как все это. Посмотрим, что мы здесь по... как у нас здесь что получится. Сейчас 12 часов дня. Мы с Дрюней уже рыбачили на другом озере. Ставили жерлицы. Но это другая история. Вот. А потом приехали сюда. Да. Надеемся, друзья, что у нас получится интересная история.
Озеро действительно интересное. И оно покинуто всеми рыбаками. Ну, тут особо как бы никто на него не ездит. Завтра полетаю на квадрокоптере. Сегодня просто нет времени. Сейчас надо быстро покушать и делать дела. Все, ладно, давайте уже. Ночевать будем в одном, на одном полуострове таком. Очень интересное место, живописное. До него, конечно, надо все это тащить, но я думаю, что это будет того стоить. Все. Встретимся на расставлении самолов. Куда перо отдай? Отдай перо, отдай! Отдай, отдай, отдай! О, друзья, смотрите. Тетерева. Блин. Свеженькая. Ну, я следы-то видел, не стал вам показывать. А тут, смотрите, свежие два штучки. Раз, два. Может, еще где. Интересно. Ну что, друзья, пообедали, отправляемся. Лед не знаю, но везде на озерах где-то 10-8 сантиметров. Вот такая вот погода у нас. Смотрите, сейчас покажу озеро. Вот такое. Вот, наверное, около 300 на 500 метров. Где-то так. Друзья, ищем подарок, ищем. Ищем, где же этот подарок, а? Куда же его положили? Друзья, у меня необычный подарок. Вот я его ищу в лесу. А, во, нашел. Итак, друзья, сейчас преддверие Нового года, и нормальные люди получают подарки под елкой и приносят им Дед Мороз. У меня подарок мой стоит за пнем в лесу, и подарил мне его Редверг, а не Дед Мороз. Что такое Редверг? Редверг – это российская отечественная фирма, 11 лет уже на рынке, которая производит электроинструмент, бензогенераторы и многое-многое другое. Посмотрите, у меня вот такой вот. У меня такой, друзья, инструмент. Друзья, вот такая вот станция от фирмы Редверг. Название станции – генератор инверторный, бензиновый. RDIG-330H0. Это 3,3 киловатта выдает мощность. Вот. Инверторная, мало весит, специально для перевозок на снегоходе я брал. Четырехтактная, мало жрет, тихо работает. Ну, в общем, супер. Вот. Сейчас расскажу про нее. Как вы все уже знаете, что мы с отцом сейчас занимаемся строительством избы. И я давно подыскивал бензогенератор, потому что он нужен будет потом очень хорошо, очень сильно в строительстве, ну и дальше в пребывании в избе. Ну и сами понимаете, как можно с комфортом проводить времена темные, сейчас световой день маленький, вот. Ну и плюс заряжать гаджеты, всякие там приборы и так далее. 3,3 киловатта, это можно запитать коттедж. Вот. Почему инверторная? Потому что я берегу свои электроприборы, вот, и она очень ровно работает и без перебоев. Ну, то есть у неинверторных станций, даже у меня было, что сгорали приборы из-за скачка напряжения. Один раз такое было, но было и у других людей тоже. Вот. Поэтому выбрал вот такую вот станцию. Сейчас, друзья, мы заведем нашу станцию, включаем и... На улице у нас мороз, от 15 до 20 точно не знаю. Вот, пожалуйста, работает. Дрюнь, смотри. Генератор поставляется, он четырехтактный, у них раздельная, получается, система, бензин отдельно, масло отдельно. Масло в двигатель заливается, масло залил 5W40, вот, залил синтетику, ну еще я вылил после обкатки и еще же залил, неважно какое, вот, в общем, двигатель доставляется сухой. Проблем у меня ничего не образовалось. Я человек не совсем такой к технике приспособленный, но сам разобрался. И в комплекте со станции поставляется инструмент. Ну, это свечник для смены свечей. Вот. Ну, такой универсальный ключ с воротком. Вот.
Ну, так, с таким оборудованием японские двигателя там лодочные предоставляются, ну и всякое такое. Вот. Потом две инструкции, которых, конечно же, я не читал, потому что я посмотрел обзоры в интернете, никаких инструкций мне не надо. Ну, плюс с батей проконсультировался. И вот такая вот штуковина, это вилка для электричества. Их две в комплекте, но у меня одна, потому что одну я уже вывел с дома, потому что у нас в деревне часто выключают свет, и, в общем, видишь? Вот. Свет. Станцией мы тоже пользуемся. Вот такая вот штука. Так что порадуйтесь за Феофана, за приобретение нужной вещи. Ну, собственно говоря, вот работу вам ее показал. Завелась она в мороз даже с полтыка. А кстати, я до этого вот не снимал. Я с выключенным этим. Ну, выключена кнопка, зажигание было. И я, короче, дергаю, думаю, ё-моё, на видео уже надо. Как так-то? Ну, на видео что ли покажу, что не заводится. А я ведь, Феофан ведь вам правду всегда показывает. Вот. Так что запомните, Redwerk. Она прошла обкатку уже у нас, она готова, ждет выходов на избы. Все ее характеристики вы посмотрите в описании, будет ссылочка. Вот, значит, есть инструкция по эксплуатации здесь. На передней панели мы видим две розетки, это очень классно. Потом выключатель, кнопку сброса, индикаторы, счетчик моточасов при обкатке мне помогло. Я не имею большого опыта с электростанциями, поэтому такие вот дела. Батя удивился, когда мы ее заводили. Завелась с первого раза. Вот, значит, фирма Redwerk. Вот здесь вот есть инструкция. Объем двигателя 208 кубических сантиметров. Вот есть инструкция. Пожалуйста, прочтите руководство перед запуском генератора. Ну и так далее, как тут что делать. Вот, Дрюня, что там пень копаешь, а? Что там, кого? Мышей нельзя ловить, надо ловить других побольше и повкуснее. Вот, значит, вот такая вот у нас, друзья, с вами станция будет теперь. Станция будет для канала. У фирмы Redwerk есть большая линейка оборудования, инструментов и так далее. В общем, все в ссылочке в описании, посмотрите. Так что, друзья, отсылочка небольшая к тому, что батя у меня пользовался раньше этим инструментом, Redwerk. Там есть и шуруповерты, и дрели, и снегоуборщики, и, короче, что там только у них нету. Вот, значит, станция, пока что станция классная, я ее использовал, мне нравится. Поиспользую еще, скажу вам мнение, спрашивайте, не забывайте про это, потому что кто-то хочет тоже приобрести, в общем, данные агрегат. Просто пришел батя, и вот мы туда-сюда поглядели и порадовались за новое приобретение. Так что, друзья, Redwerk, ссылка в описании. Самоловочки у меня мои стандартные, вот они, видите, вот такие вот из ПНД трубы, так сказать, классические. Вот, но здесь мы, наверное, начнем с капканчика. Вот такие вот капканы, трехзубые, двухзубые у меня ломало здесь, на этом озере. Господи, ты... Дрюнь, ты кого там собираешься херачить? Так, сейчас глубину проверяем. Глубина небольшая должна быть. Ну что ты? Вот так вот капканы я ставлю. Просто заматываю, чтобы не утягивало. Берем живца. Живец у нас, к сожалению, мертвый. Но времени нет сейчас заниматься. Фу-фу, не ешь живца, ты у меня и так съел многих. Насаживаем через спинку, как обычно. Ну и все. Тихо. Одна есть, друзья, вот такая вот палочка. Ну все, как у деда, как у бати, как у всех. Погнали дальше. Чего ты, Дрюня?
Дрюней надо быть аккуратнее, потому что он съедает живцом. Он все съедает. Ну что ж, друзья, расставление жерлиц и самоловок, и капканов, и поставушек, и рогаток продолжается. Такой вот берег, сами видите. Очень интересные места. Я открыл это озеро впервые 3 года назад, но так толком и не рыбачил. Один раз даже было зимой, есть видео на YouTube у меня. Я приехал и на снегоходе здесь сразу встрял, чуть не остался. Ну и в общем, ничего не получилось. Надеюсь, что сейчас получится. Крючки для жерлиц я храню вот в таком вот, от киндера яйца большого штуки. В общем, не знаю, чьи жерлицы, тут не написано. Но такие, качество не очень, ну, пойдет, в общем. Потихоньку проставляемся, дрюня бегает, здесь очень много следов тетеревов. Очень много тут следов куницы. Глубина маленькая. Так. Заряжаем наш флажочек, нашу с вами жерлицу. Глубина здесь маленькая. Цепляем крючок, конечно же. Вот живца бы поймать, но на это надо время, друзья. Себе время я не могу позволить. Мне еще надо будет лагерь устанавливать там. Ну, такие вот дела. Ладно, погнали дальше. Дрюнь, ты что там? А? Значит, смотрите, друзья, вот сюда вот я крепил. Сюда или сюда крепил жерлицу, ну, самоловку, она висела. И вот здесь вот именно взяла щука вот эта вот, на 3 килограмма, которая оторвала мне все. Сейчас сюда ставлю капкан. Если будет, то будет. Капкан уже нормально отработает. Дрюня, отойди, пожалуйста. Сейчас покажу, какой капкан. Вот такой вот капкан, трехзубый. Фу! Ставим и без проблем. Наматываем вот так вот, конечно, закрепляем на ботовице, но наматываем на палку капкан. Потому что в капкане размотка не нужна. Зачем я тут вообще сделал вот это вот размоточное мотовило, я не знаю. Ну, видать, о, что творится. Видать, так придумал. Вдоль спинки у рыбки продеваем. Процесс такой. Вот, и все. Аккуратно, чтобы он не отщелкнулся, видите? Это потому что дрюня меня тут. Аккуратно. Помещаем капкан.
Все. Он ловит у нас. Места, друзья, очень интересные. Такие вот, здесь ручей идет. Лед там я просверлил. Лед просверлил тонкий, поэтому надо быть аккуратным. Когда я сюда приехал, в это лето, я здесь вот, в этом месте поймал сразу щуку, почти сразу же в начале рыбалки. Я еще расстроился, потому что когда в начале рыбалки ловишь, то это не очень хорошо. А щука такая была, ну я не знаю, на 1,5-2 килограмма, нормальная такая, едовая, так сказать. Вот. Фу. Дрюня хочет съесть. Хочет съесть очередной флажок. Он их уничтожает, блин. Вчера ставили с ним самоловки. Я не пойму. А у меня вот эти сани. И я такой, я не пойму. Что-то живца мало стало. Откуда? Потом раз такой глянул. А он живца этого. Раз. Раз, короче, раз. И жует. И сегодня я ему надавал рыбки и всего. Даже крылышко тетерева ему досталось. Да, ледок здесь 4 сантиметра, наверное. Такой еле-еле. Но это потому что, видите, с ручья идет. Соединяется с большим озером. Опа. Нет, это не пойдет. Живцов, конечно, бы свежих, но после того, как я расставлю самоловки, друзья, я попробую половить. Ну и потом заменим с вами вечером. Я вечером все равно буду обход делать по озеру. Уже так вот, наверное, в темноте. В общем, с вами поживем, увидим. Погнали дальше. Друзья, пока я здесь самоловки ставлю, Дрюня вон в гости к бобру пошел. Тут много бобровых хат, и Дрюня всех их ходит, посещает. Унюхает, он же не понимает еще, он что-то нюхает, погавкивает, побулькивает, но не поймет, запах-то бобрятины есть. Так что такой вот эротический сериал, запах бобра. Он лазит. Ладно, пошли дальше. Ну что ж, друзья, всех жильцов потратил. По идее, можно уже выставлять лагерь и так далее, начать собираться, сначала надо добраться, но у меня в голову возникла, как бы пришла мне в голову заманчивая идея, это съездить на маленькую ламбину и наловить там живца, и еще доставить самолок, у меня их очень много, но я из-за законодательства рыболовного Российской Федерации не могу говорить, вот. Так что сейчас едем и там уже посмотрим, что да как. Все, давайте, включимся. Темнеет на улице, друзья. Вот такая вот таежная ламбушка. Она небольшая. Называется очень хитрым словом. Я, к сожалению, не могу сказать, чтобы не рассказать про это место. Вот, сейчас, значит, придем, где мы всегда с отцом рыбачили. Он мне, собственно говоря, и показал эту ламбину, это озеро. Вот. Озерко небольшое. Вот оно направо, вот налево там ручей. Я здесь был очень маленьким. На березе ножичком что-то там выколупывал, кстати. Вот, ну, в общем, интересные здесь места были. Сейчас попробуем. Опа, смотрите, кто это? Это выдра, походу, бежала тут. А, нет, заяц. Ладно, идем вот на тот берег и рыбачим. Есть тоже несколько видео с этого озера, где мы рыбачили. Ну, в общем, мне нужно живцов. Хотя бы 20. Ну, минимум вообще 10 еще. Будет очень круто. Вот здесь сейчас будем рыбачить. Дрюня радуется. Вон там ручей. Вот клюет всегда вот почему-то здесь. Приезжали просто по шарабану. Небольшие окуни, но... Вода коричневая. Лед фиговый. Так, берем сразу мормышку.
Клюет здесь и на блесну, и на мормышку, но это всегда было в апреле, друзья. По первому льду и зимой мы здесь не ловили. Хотя, нет, зимой мы здесь не ловили, точно помню. Если что, в темноте возвращаться есть фонарик. Не хотелось бы до темноты, конечно, сейчас бы надергать быстро. Но это желание, посмотрим, как они сбудутся, не сбудутся эти желания. Клевало здесь, конечно, всегда бешено. Но это было по весне. Не по последнему льду, но начало апреля. Глубина большая. Сейчас посмотрим. Кто там? Дрюня уже на кого-то лает. Ну, давайте, тут. Вот, друзья. Вот оно. Ух ты какой. Смотрите, ну это даже не живец. Дрюнь, смотри, поймал. О, какой. Вот они их здесь. Поменьше бы, конечно, их. Что ты там, на кого ты там лаешь, Дрюнь? О, хорошая была поклевочка. Да нет там никого, кажется тебе. Ух ты! Опа! Блин, ну это живцы, но только на капканы. Есть их нельзя, Дрюнь, фу. Представляете, сейчас здесь наловлю килограммовых. Это ж будет... Да что ты будешь делать? Это ж будет что-то. О! Дрюня так смотрит в лес пугающе. Еще побуркивает там на кого-то, на воображаемого. Так, ну все. Все, здесь не хочет, да? Переход хода. Дрюнь, переход хода у нас. Опа-на. Кушки тут такие. Я бы сказал, даже, ну, не живцовые. Видите, клюет. Такие вот приятные. Приятные ахвины. Походу на этой ламбе не клюет всегда. О! Ну вот куда такого, на живца? Ну, здесь только на капкан. Окунёк-то поклевывает, друзья. Но правда темнеет уже. Надо спешить. Я думал, что будет поменьше окуня и клевать покруче. Самолет опять летит.
Фу, фу! Уже 4 штуки поймано, приближается к десятке, 6 штучек, и будет минимум выполнен, задача минимум. Но у нас же есть еще амбициозная цель, это наловить побольше. Вырвал. Ой. Ё-моё, фуфло такое, крючок отломался, друзья. Так, сейчас поставлю крючочек. Отойди. Отойди, блёха-муха, кудрявая мешконя. Повесим такую блёсенку с одинарным крючком, которая уже готова. Без цепочки, просто у нас блёсенка будет. Так. Друзья, стараюсь ловить быстрее. Потому что все-таки темнота наступает. Помаленьку ловим. Стопор замерз, и поэтому... О! О! Да, живцы, конечно, будут у нас крупновастые. Ну ладно, что сделаешь? Как говорится, на безрыбье не выбираю, да? Игла на окунь весь стандартный, мелкого нету. Ну, это тоже не крупный, но и он и не мелкий. Даже для живца он еле-еле подходит, я бы сказал. По моим предпочтениям, так сказать. О! Вечерний клев продолжается. А окунь, главное, такой коричневенький прям. Ух.
шикарный. Друзья, ловлю, пока клюет. Живцы мне нужны, поэтому куй, как говорится, пока горячо. О, этот вообще такой посерьезнее кушочек попался. Ну, получше. Ладно, друзья, живцов мы наловили, вот штук 15, наверное. Это очень хорошо. Это покроет, как бы, мои, наши с Дрюней потребности, да, Дрюнь? Поставим и жерлицы. Без проблем. Все, отправляемся. Закончил я расстановку капканов самоловок. Вот так вот уже стемнело. В общем, друзья, двое саней у меня. Вот такие. Вот такие и вот такие. Вот. Пипец, конечно. Вещей огромное множество. Ну ладно, сейчас иду, расставляю. Первым делом разжигаю костер большой. И расставляю палатку. Вот, в принципе, такая задача. Все, друзья, давайте. Погнали, так сказать. Пробовал эти сани тащить. Очень легко тянется, прям вообще. Поэтому сейчас через карабин, вот такой вот пластмассовый, подсоединяю вот эти вот сани вторые. И потащу уже. Такой автопоезд у меня будет. Смотрите, что там у меня, как получится. Как это вообще все выглядит, ё-моё. Ой, бурлаки на Волге, блин. Ну классно, друзья, я думал будет хуже. Прям одной рукой даже возьму и пойдем. Вообще,
вообще без проблем. Так, по-моему, я все загрузил. Ой, ладно, ни хрена не видно впереди. Сейчас задача такая, друзья. Сейчас, друзья, задача такая. Иду, разжигаю огромный костер. Поэтому, собственно говоря, я почему на озере и не стал ставить палатку. Вот, разжигаем огромный костер и начинаем ставить палатку, там все дела, туда-сюда. Вон Дрюня у нас бегает в темноте, да? Погнали. Так, ну ладно, друзья, вот, собственно говоря, пришли на место. Где-то здесь у нас все это дело будет. Вот, видите, валежник тут. Ау, такой лес. Вот, около этой сухарины поставим. В принципе, ровная поверхность более-менее, да? И тут костерище такое сейчас сделаем. Будет круто. Так, или тут. Ну-ка, смотрим, что тут. Не. Ладно, давайте еще по лесу прогуляемся в темноте. По лесу в темноте гулять, это ведь такое замечательное дело. Да не нравится мне. О, видите, следы какие. О, мои. Сейчас вот здесь вот поставим. Вот эта большая сухарина, я ее сразу приметил. Вон, видите, стоит сухарина такая большая. Вот. Она поскубана топором, видать, люди здесь тоже зажигали. Собственно говоря, вот здесь и поставим палатку. Все. Чего ты там? Не пугай меня. Так, он рюкзак повесил. Все. Все, друзья, рюкзак повесили. Сейчас, значит, я делаю дров, вон, валежник пилю, зажигаю большой костер, ну и потом уже будем. Ну что, друзья? Зажгли огонек, да, Дрюнь? А-а-а. Видишь? Сейчас куда-нибудь повесим. Сейчас, друзья. Видите, день короткий, поэтому не успеваешь. Поэтому приходится в темноте.
Работы все буду производить в этот поход вот таким ножиком. Костерочек, друзья, самая крутая штука. Спичек, правда, я забыл, поэтому у меня зажигалка. Но это тоже ничего. Так. Костерчик хочу сделать прям такой хороший. Такой, знаете, качественный. Видно там, нет? Ну все, пошло. Не очень я прям такую выбрал валежину, прям эту смолистую, но тем не менее хоть что-то у нас. Просто темно, сейчас нет слишком времени для вариаций. Так, ладно. Дрюнчик, ну-ка попробуй. Ну-ка попробую вот здесь полежать. Тебе понравится, наверное. Давай вот так вот сложим. Пополам. Давай, иди сюда. Иди. Иди ложись сюда. Иди ложись. Да пофиг. Друзья, в собаке вообще пофиг, да? Иди, иди, иди сюда. Иди. Иди ложись. Ой, хорошо тут. Иди попробуй. Вот. Ну ладно, он навряд ли ляжет. Навряд ли, друзья, Дрюня ляжет вот на эту штуку подстилку. О, пойми, что это хорошо и тепло. Ну, ладно. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас сегодня в меню. Так, спешить не будем, у нас просто темно, сейчас не ночь, просто темень. А, время сейчас, 5 часов ровно. Карабин у нас сегодня. Вот тут есть у нас гвоздик, повесим. Так, спальник. Первым делом мы достаем теплый пол от палатки. Вся эта штука от фирмы Берег.
Они мне давно предоставляли эти дела. О, друзья, он лег на Дрюня. Смотрите, Дрюня лег на эту штуку. Молодец. Видите, все работает, все действует, е-мое. Я на самом деле ее покупал так, на всякий случай, чтобы была. Это типа коврик, пенка, раскладной. Так, вот у нас теплый пол. Теплый пол. Сейчас мы его стелим. Стелим вот тут камень. Так, тут корень. Дрюнь, ну это уже не тебе. Это уже не тебе. Так, здесь вот мы это все раскладываем. Чего ты? Никогда не бойся. Так, ну что, вот, разложили, видите, какой он? Шестиугольник такой. Что-то тут пошло не так. Все так. Вот наш дом, друзья, палатка от фирмы Берег. УП-2 мини называется. Хорошая палатка, ну, для одного как раз. Я не знаю, как мы с Дрюней тут будем уживаться. Дрюнь, как мы будем уживаться с тобой? Как-нибудь? Сейчас мы ее откроем. Она на утяжках. Я не помню, когда я последний раз в ней ночевал. Наверное, летом. Дрюнь, ты такой лег, да, сюда? Молодец. Так, вход у нас будет туда. Дрюня, инопланетяне прилетели, ё-моё. Во! Все, заходим в палатку. О! Опа! Блин, вот такой дом, представляешь? Друзья! Дрюня офигевает вообще. Дрюнь, такой вот дом. Вот такой дом у нас, друзья. Ну, я показывал, все знают уже, все видели. Такая вот палатка у нас. Сейчас мы ее поправим. О! Так, и что у нас? Где? Опа!
Друзья, тем не менее, посмотрите. Красота, да, Дрюнь? Тебе нравится? Так, смотрите, сейчас надо, значит, нам что сделать? Сейчас нам надо вот оттяжками сделать ее объем, чтобы у нее был. Для того, чтобы был второй слой тепла. Ну, на самом деле тепло не так важно даже. Я думаю, что, ну, не думаю, я... Мы же видим, что тепло как бы у нас. Ладно, сейчас мы чурки отрежем по периметру, поставим. Итак, друзья, вот наш костерочек. А вот, собственно говоря, и наш дом. Сейчас будем устанавливать печь. Для установки печи он, Дрюня, ходит там, ему нравится. Для установки печи у нас вот такой подувальничек. Он должен быть открыт для приточки воздуха. Вот. Такая печь тоже от фирмы Берег. Дрюнька он там сидит, не понимает, да? Что? Да сам понимает, он знает, что это круто. Так. Ну что, смотри, Дрюнь, какая печура. Вот это печура у нас с тобой. Так, мы под печку стелим. Отходим, Дрюнь, куда-нибудь брисни. Куда-нибудь. Да вот заходи ты там, тусуйся. Тебя никто не выгоняет. Что-то он менжуется. Так, палатка. Взял, друзья, я в этот раз брикеты попробовать. Ну, так как, вот, в общем, машина недалеко, да, ну, вот такие вещи. Попробовать брикетов, как они будут гореть, потому что печка маленькая. Наверное, для палатки, может быть, она маловато для этой. Но я точно не знаю. Что ты отваливаешься немножко? Так, снимаем, да, один экранчик. Дрюнь, у нас будет с экраном сегодня такой костерочек гореть. А на тебя мы еще посмотрим, на твое это поведение. О, так. Ой, какое там все. Так, нагар. Видишь, совочек какой? Так, нагар надо почистить будет. Смотрите, друзья, установил печку. И вон кто у нас там обживается, да, Дрюнь? Сейчас печку затоплю, будет жарко. Дом поставили. Раскладушка есть. Спальник есть. Печь есть, домашний питомец есть, все, можно жить, да, питомец? Питомец. Ну что, как тебе нравится? В палатке. Знаете, друзья, я это что-то все переживал, думаю, как он будет, ну, если он не будет в палатке, как я его ночью, как оставлять, не оставлять, что делать? И, короче, а вот он раз, он там все поселился, вон, видите, и все. Постоянный житель, ё-моё. Такие вот дела. Так, теперь... Теперь надо сделать дров для печки. Даже вот сейчас можно ее затопить. О, плохая новость, друзья, пошел снег. Новость может быть такой плохой, что снегом, ну, по прогнозу, по-моему, не должен быть снег. Ну ладно, вот. Сейчас еще пойду попилю валежин специально для печки. Но печку я специально взял брикеты. Вот, целую пачку сюда тащил. Посмотрим, брикеты березовые, посмотрим, как они справятся, да, Дрюнь? Брикеты березовые, а? Ну, березовые прям. Прям настоящие.
Сейчас, друзья, наскубаю для растопки. Вот таким ножиком еще раз показываю. Сегодня я с ним проверяю, как он будет в делах. Пока мне нравится. Дрюнь, на растопку делаем, понял? На улице тепло, кстати. Или может мне кажется, что из-за костра? Это моя любимая растопка. Я только так и растапливаю, именно щепой. Можно достать в любое время года ее, в любую погоду. Она хорошо себя показала, и я пользуюсь только ей. Чё ты? Все нормально, это твой первый опыт. Это всем было страшно. Но ты же со мной. Дрюнь. Видишь, какой нож? Так вот. Так, пойдемте печуру растапливать. Дрюнь, ты что ли дверь закрыл? Сам? Сейчас будем печуру растапливать. Понимаешь? Печуру растап. Что, ты хочешь растопить? Ты еще, у тебя квалификация недостаточная. Отстань. Отстань. Ну, Серия. Ну, у тебя квалификация не та. Не могу тебя допустить к работе повышенной опасности. Ну, не кусай меня. Ну все, 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 хорош. Хорош. Так, друзья, сейчас зажжем. Пусть она горит. Как мне не нравится зажигалка, конечно, зажигать. Иди! Не. Ну все, я думаю, загорится. Так, дальше дела. Дрюнь, пока топи печку, понял? Давай, давай. Ну что, наша печура дымит. Я не понял, где Дрюня? Я ему дал крылышко от тетерева. Не понял, закрылся? Закрылся опять, что ли? Дрюнь, ты где? Не, убежал куда-то. Он всегда, когда ему крыло даешь, он его это уносит, а вон грызет. Ну пусть. Ладно, пошлите за водицей. Сейчас сделаем бумку. Да воды тут вот немного, 50 метров. Ой.
Сейчас, друзья. Не знаю, или пельмени варить, или у меня сосиски есть поесть. Посмотрим. Вот так вот, смотрите, выглядит лагерь сдалека. Дрюня там вот что-то копошится. Мне вот не нравится. Ветер подымается какой-то. Так. Дрюня, вот захочешь полежать? Вот. Так, тёпло. Сейчас, друзья, вскипятится чаек, попьем чайку и, наверное, сколько время? 5:55. Наверное, давайте в 7. Нет, давайте даже в 8 пойдем. Ох, сколько времени там много. Сейчас заготовлю дров еще. Вот. Дрюня вон там что-то точит. А, крылышко. Печь вот так вот работает, все нормально, все подзаряжается, все хорошо. Все пока что хорошо. Карабин у нас вот тут пусть лежит. Друзья, принял я решение пельмени сварить. Они тут все у меня послипались. Иди вон. Все, отправляем пельмени, пусть варятся. Что-то захотелось не колбаску, а пельмени. Ну вот, друзья, продолжается приключение. Наша печка вон топится. Дрюня ищет, что бы еще пожрать. Лапка тетерева. Друзья, сготовились наши пельмешки. А-а-а. Сейчас я их буду употреблять. О, какие вкуснятинские. Приятного аппетита всем. Сейчас буду сам прямо с котелка. О, пельмешечку берем.
Что, друзья, мы с Дрюней поужинали и отправляемся на вечернюю проверку жерлиц самоловок. Сейчас пробежимся по озеру, по периметру. Все проверим. Возьму фонарик с собой, возьму сани. Живцов у меня есть 3 штуки. Вдруг будут поклевки. Вдруг, вернее, были поклевки. Положу сюда бур. Ну, в общем, такие вот дела, друзья. Погнали! Погнали!